Дорогие друзья, мы всегда в России считали, что русские и украинцы – это один народ. Я так думаю и сейчас. Конечно, крайний национализм всегда вреден и опасен. Уверен, что украинский народ даст еще достойную и объективную оценку деятельности тех, кто довел страну до такого состояния, в котором она находится сегодня. Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы Украина прошла этот сложный период своего развития как можно быстрее, и все для того, чтобы восстановить нормальные межгосударственные связи. А сами мы сами пойдем вперед. Мы будем укреплять нашу государственность, укреплять нашу страну. Мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени. И, конечно, мы будем преодолевать и преодолеем все проблемы и трудности, которые нам пытаются вбросить извне. Это вообще бесполезное занятие в отношении России. Спасибо вам за поддержку. Да здравствует Россия!